По-моему, водки надо выпить. А мы выпили. Может, поэтому у нас и свет погас. А табль не спал? Каким-то, он должен обязательно общаться с искусством. Потому что только искусство делает декомпенсацию его духовной жизни. Вот эти вот загоревшиеся свечи, вот эта обстановка, она делает вдруг его человеком. Она вдруг делает, что он воспринимает вот произведения вот Тициана, там, Эль Греко, или Леонардо Винчи, или Ренуара, или... Мы перерождаемся, мы вдруг начинаем мыслить иначе. И мы понимаем, что мы люди, а не животные. Я понимаю, что это великая вещь. И через 1000 лет это будет великая вещь. Но вы поймите, что в данной ситуации мы с вами гораздо больше, чем Тициан. Если вы правильно это дело поймете. Это я вам говорю, который в старший раз 2 раза.